Представляю вам соперников и первые бойца в синем углу. Introducing you first, fighting out of the blue corner. Ему 27 лет, рост 177 сантиметров, вес 61,55 килограмма. Профессиональный рекорд 10 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 27 years old, standing 177 centimeters tall, official weight 61.55 kilos. His professional record 10 victories and only one defeat. Дамы и господа, из наша юрта Россия, приветствуйте Чатал Альжипеков. Его соперник в красном углу клетки. His opponent fighting under the red corner. Бойцу 32 года. Рост 167 сантиметров, а вес 61,65 килограмма. Профессиональный рекорд 19 побед, 11 поражений. Ladies and gentlemen, he's 32 years old. He stands 167 centimeters tall, weighing 61.65 kilos. Professional record 19 victories and 11 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Краснодара, Россия! Вот он, Гога Шаматова! Рефери Виктор Корнеев. Вы смотрите AC-171. И у нас легчайшая весовая категория. Джадал Алибегов против Гоги Шаматавы. Виктор Корнеев в качестве рефери. Статистика на ваших экранах. Три раунда по 5 минут. И начинается встреча. Борьба за инициативу. И полетел вперед Алибегов. Разные поединки получаются в последнее время у Шаматавы. Где-то он пропускает чуть больше, где-то чуть меньше. Но последние две встречи, еще раз отметим, выиграл. Хлесткий лоу-кик с другой стороны. Чуть повыше Алибеков. Руки возле головы. Здесь очень плотно может попасться на гильотину. Смотрим. Пытается провести именно это техническое действие. Джадал Алибеков прижимает к сетке. И вот отсюда ищет угол Виктор Корнеев, как раз чтобы видеть идеально. Да, прям не пройдет. Тут же борьба продолжается, есть тейкдаун. Две ноги не забирает Алибеков. И сейчас будет вынужден каким-то образом подниматься Гога. И, скорее всего, с этим будут проблемы. Замок под две ноги. Кивает головой Шаматава на подсказке Китагурова. Рустам его клуб, это тренер, руководитель клуба. Команда Китагуров Тим. Активнее работаем, бойцы, активнее. Ну а в углу Джадала Алибекова Мурат Бичуев, главный тренер клуба «Ахмат». Дает Шаматава и в обратную сторону его перекидывает Джадал Алибеков. Очень мощные выводы из равновесия у Джадала Алибекова. И эти переводы получаются и легко, и амплитудно. Вторая минута на исходе первого раунда. Левую ногу не переводит Джадал. Пытается отключить руку. Хочется там за кимуры, да, я так полагаю, Гога Шаматава. Да, узел плеча пытается провести, но сделать это будет крайне сложно отсюда. По крайней мере, спокойно доминировать своему оппоненту он не дает. Пришлось распустить захват. И жестко вот отдал. Еще один удар. Но больше вскользь зацепил. Пока довольствуется контролем Алибеков. Еще один удар в область уха. Не видит возможности Шаматава для того, чтобы выбраться. Пытается вывести таз. Ну, контроль это неплохо. Но ударов не так много. Чуть выше поднимается Джадал. Колено ставит возле головы. Очень плотно футболист.
двигается, двигается потихонечку. Шаматава разворачивается. И готов он рисковать. Провернулся, но в итоге контроль корпуса Джадал Алибеков не утратил. Нет, обойти защиту не получается. И не хватает активности. Абсолютно логичное замечание Виктора Корнеева, который сегодня, кстати говоря, будет обслуживать и главный бой вечера. Ислам Омаров против Алексея Полпутникова. Переход на удушающий прием возможен. Пока этого еще не состоялось, но ноги уже заправлены. Рывком пытался так оторваться от оппонента Шаматава. Возможно, развернуться, но посмотрите. Там все очень плотно. Руку предусмотрительно держит возле головы. Шаматава снимает захват. Также сегодня увидим и еще один полуфинал в среднем весе. Полуфинал Гран-при. Магомед Расул Гасанов против Ибрагима Магомедова. Пока пробарывает Джадал Алибеков Шаматаву. А нельзя хвататься, реагирует мгновенно Корнеев. И, возможно, будет еще один тейкдаун или уже сирена. Колено в голову, все легитимно. Пока все. Раунд закончился. Будет пободрее. Итак, на очереди второй раунд. Гога Шаматава против Джадала Алибекова. Второй раунд, бой! Смотрим, удастся ли Алибекову забраться в борьбу максимально быстро. Скандирует трибуны Гога-Гога. У него, конечно же, здесь очень большая группа поддержки. Идет вперед Гога. Офиг внутренней части. Внешний теперь так проверочно бьет Джадал. Ой, неплохой апперкот был. Вот такая цена за попытку борьбы. Еще и колено. Неплохо-неплохо работает, но крайне напорит Джадал Алибеков. Даже пропуская эти удары, он продолжает движение вперед. Вновь есть расстояние между бойцами. Хорошо по корпусу достает Джадал, но видно, что пришлись по нему удары. Немножко замедлился. Он особенно первый, скорее всего, там был шикарный апперкот. Здесь еще один, но уже мимо. Да, судя отечность, по этой отечности, куда бьет как раз Шаматава с правой стороны, туда, видимо, и пришелся удар. Неплохой тайминг. Вот Гоге пытается он запереть соперника и промахивается. И справа, и слева. Но Шаматава поймал такой некий вкус боя. Передней рукой отработал Алибеков. И опять туда, в область селезенки, куда-то по животу. Еще один удар. Но воспрял духом Шаматава однозначно в этом раунде. Надолго ли? Идет вперед. Еще джеб. Правый добавляет. Левый уже не достал. Действительно, вот после той борьбы, вернее, той попытки, Джадал Алибеков сильно просел. По ударам 6-5 в пользу Шаматавы. В пользу Алибекова, простите. Алибеков ищет один как минимум. Вот такой хороший удар. И до этого пробовал мидл-киком в печень.
Но нужно быть аккуратнее Шаматаве, иначе для него это все быстро может закончиться. Небольшую паузу взял Гога. И к середине приближается этот бой. Пока обстреливают друг друга с дистанции. Двойки, одиночные удары. Джебом или наоборот с дальней руки. Вот в перерыве Алексей Яценко отмечал, что второй раунд должен быть пободрее. И так и получается. Машет правым по корпусу. Шаматава не достает. Качает право-лево. И вот здесь опасно. Он застывает на дистанции, потому что может прилететь даже через блок. Плохое колено выбросило Алибеков. И тот же мидл-кик по печени. Вот он тот самый. И апперкот от Шаматавы. Что в итоге окажется более успешным. За последние годы в Лиге ЕСЕА очень много кто пытался именно забороть Шаматаву и преуспевал в этом. Были и бойцы из Бразилии. Но вот сегодня борьба прошла пока только в первом раунде у Алибекова. Колено. Поджал здесь Шаматава, но очень опасно, потому что... Ух ты! Локоть с вращением на локоть с вращением. Вы такое давно видели? Я, честно говоря, никогда. Передней рукой отрабатывает Шаматава минуту 15 почти до конца второго раунда. Завелась публика. Еще один бэкфест. Рубится, как в последний раз Шаматава, честно говоря. И вот здесь оказывается сверху. Какая драма в этом поединке. Меньше минуты. Поднимается Гога. Удар по корпусу. Жестко всаживает удары Шаматава. Да, и Джадал Алибеков не поднимается. Там еще и, кажется, удар в голову прошел. По корпусу жестко. Тейкдауном 1-1. Ну, какое это имеет значение, когда в таком катастрофическом положении, на первый взгляд, находится Алибеков. Да, его оборона уже местами пассивна. Но последнее мгновение и третий решающий раунд, видимо, будет. Колено по корпусу, все честно. Перерыв. Просто какое-то возрождение Гоги Шаматавы. Провалил первый раунд, но как реабилитировался во втором? И нервничает Шаматава, нервничает Рустам Шатагуров. Вот он этот самый эпизод. Даже то, что не получился, он сам по себе просто очень любопытный. Коса на камень в прямом смысле. И, конечно, тут даже коса на косу. Да, скорее, да. Чуть не скосили друг друга, но не получилось. Серьезнейшая гематома под правым глазом. А у Катманов-то сегодня работы много. Да, эмоционально очень заряженным я так понимаю, сейчас Шаматава сказал Джадалу: классный бой. Итак, смотрим. Статистика также на ваших экранах. Гога скандирует трибуны. Первая атака от Джадала в этом раунде. Вращением. Удар и с разножки атака тут же. Нестандартно действуют бойцы у нас. Нельзя стоять Шаматаве возле Джадала Алибекова. Хорошая серия может тоже поставить под сомнение все успехи, которые были сделаны до. Мы не знаем, что там на судейских карточках, но вполне возможно, это и 1-1. Колено. Но не доходит оно до цели. Было видно с моего ракурса. Там через блок все было.
Жадал не идет в борьбу. Тяжеловато дышит. А видно уже, что потратились основательно. Двойку пытается пробивать Шаматава через уклон. Не в первый раз уже так действует. Заход в борьбу. Тут же зацеп. Получится ли перевод у Шаматавы? Здесь хорошо зафиксировал рукой Алибеков. И вот в эту сторону можно, в обратную было бы сложнее. И все-таки сваливает краснодарец Алибекова. И огромное количество времени есть в распоряжении у Шаматавы. Пытается там высоко ногами помогать себе Алибеков, но отбросить соперника не получается. Конечно, можно попробовать и там треугольник набросить, но, кажется, сил у Джадала совсем немного. Корпус-голова, классическая работа от Гоги. И вновь по ребрам, по голове, локти снизу. Пытался пробивать Джадал Алибеков. И достался справа Шаматава. Наотмашь там отбивается Джадал. Там просто выживает сейчас Джадал. Действует на морально-волевых. Несколько ударов по корпусу. И в челюсть тоже прилетает бойцу из синего угла. Все точно. Подобрал ритм Гога Шаматава. Накидывает, накидывает Гога. Не застаивается в этом положении. Не работает на статистику. А есть прямая задача досрочного завершения. Непонятно пока, получится оно или нет. Время тает. Но пока Шаматава как будто бы отвечает вот всем тем людям, которые писали в комментариях, что Гога уже не тот, его время вышло, ему уже за 30, он в легчайшем весе и так далее. Но сейчас Шаматава работает просто потрясающе. Его хватило на всю дистанцию, ну еще минуту с лишним здесь. Он возвращается в основную лигу. И после такого выступления, может быть, получит и длинный контракт. И вот здесь уже в который раз по ребрам, по селезенке выкидывает Шаматава. Я бы еще что отметил. Очень хорошие физические кондиции. Гоги к этому... Часто были вопросы, особенно вот до ухода в ростер Young Eagles. Были неудачи, потом реабилитация, скажем так, и ренессанс некий наметился. И вот сейчас, конечно, Шаматава похож на самого себя, наверное, в лучшем смысле этого слова. Полминуты остается. И поднимается здесь Джадал Алибеков. Может быть, есть еще какие-то ресурсы у него на финишный спорт. Правый прямой мимо, слева тоже. Последние мгновения этого боя. Вот такой, ну, полураскат грома. Очень здорово, зрелищно. И еще вот так. Очень здорово. Поединок завершен. Да, вложились парни в этот бой на все 100%. Джадал Алибеков выстоял в этом противостоянии. Да, пока показывают повторы, как Гога временами очень сильно преуспевал. Здесь уже все-таки, уже понимая, что... На исходе поединок можно немного было покрутить вертушки, элемент шоу.
и уважение сопернику. Ждем судейский вердикт. А свободных мест в баскетболе все меньше и меньше. Да. Впереди заключительный поединок андеркарда. Это легкая весовая категория. Рамазан Кишев против Расула Магомедова. Кстати, Кишев второй раз подряд закрывает андеркарды. Символично получается. Александр Загорский уже в клетке, слушаем. Итак, дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. We go to the judges' scorecards. Судьи 1 и 2 оценили поединок 29-28. Judges 1 and 2 scored the bout 29-28. И судьи 3, 4 и 5 оценили этот бой 29-27. Judges 3, 4 and 5 are in agreement, scoring the same 29-27. Таким образом, единогласным решением победу одержала Неофилер. By unanimous decision, Гога Шаматава! Браво, Гога Шаматава! Поздравляем! 20-я юбилейная победа!